Всем привет, друзья! Вот и настало время для очередной подборки крутых товаров с сайта AliExpress. А чтобы получить халявные $15, вам нужно участвовать в конкурсе, который будет в конце видео. Так что смотрите до конца и начинаем! И открывают наш топ не один товар, а сразу несколько. И это небольшие игрушечные автомобили на пульте дистанционного управления. Главной их особенностью является то, что все они имеют небольшие размеры и могут развивать большую скорость. Ими очень легко управлять и делать разные трюки. А все это потому, что они имеют интересную и необычную конструкцию. В общем, это отличный товар как для детей, так и для взрослых. А это и еще одна игрушка, но это уже без пульта, и предназначение у нее тоже другое. Эта кинетическая игрушка отлично подойдет как антистресс. В сложенном состоянии это чудо напоминает молекулу ДНК. Но стоит ее чуть-чуть раскрутить, как частички этой молекулы распадаются по разным сторонам. А следующий товар пригодится тем, кто любит пить теплые напитки. Это термочашка с интересной особенностью. Фишка этой чашки заключается в том, что если залить в нее кипяток, а потом потрясти около минуты, то вода остынет до 55 градусов, и ее можно будет комфортно пить. Также по заявлению производителя, эта чашка может поддерживать температуру до 6 часов. А вот интересный гаджет, от которого, я думаю, мало бы кто отказался. Это, можно сказать, журнальный столик, столешницей которого служит большой сенсорный экран, который работает на операционной системе Android. Такой себе огромный стационарный планшет в виде столика. Я думаю, не нужно объяснять, что он умеет. Единственное, скажу, что на Али можно найти разные размеры экрана. А для тех, кто любит экономить пространство дома или место в чемодане для путешествий, умные люди изобрели вакуумные пакеты для вещей. Принцип их действия очень прост. Запихиваем в них кучу вещей, высасываем при помощи пылесоса весь воздух, и объем ваших вещей уменьшается в несколько раз. Очень нужная и практичная вещь в хозяйстве. А вот интересная вещица, которую можно использовать в разных областях вашей жизни. Например, этот светящийся кнут отлично подойдет для какой-нибудь тематической видео или фотосессии. Но также он может стать отличным снарядом для какой-нибудь танцовщицы или гимнастки, особенно в темное время суток. В общем, универсальная вещь, и трюки с ней очень классно смотрятся. А это интересный товар, который понравится фанатам фирмы Xiaomi, да и не только им. Это небольшая камера с интересными способностями. Камера имеет 16-мегапиксельную матрицу и светосилу 2,2. Также это чудо оснащено универсальным магнитным креплением, благодаря которому вы сможете найти для нее место крепления практически везде. А еще камера умеет понимать разные жесты. А специально для тех, у кого есть автомобиль, та же самая фирма сделала отличное устройство для того, чтобы его мыть. Это очень компактное устройство, которое не займет у вас много места, и что самое интересное, ее не нужно подключать к сети, потому что эта мини-мойка работает от встроенного аккумулятора. А это значит, что вы сможете помыть свою машину где угодно, лишь бы там только была вода. Следующий же товар – это очередной телефон с интересными способностями от китайской фирмы Servo. Эта фирма славится своими многофункциональными телефонами, и этот не стал исключением. Купив это чудо, вы помимо самого телефона приобретаете Powerbank на 6000 мАч и неплохую стерео-блютуз гарнитуру, которая встроена в корпус телефона, а сам телефон служит для нее зарядной станцией.
А вот классный товар для того, чтобы создать тихую и уютную атмосферу в доме. Это небольшой настольный камин, который может гореть прямо у вас на столе. Главной особенностью этого камина служит то, что он горит благодаря биотопливу. А при его сгорании такие вещи, как вредный запах и дым, попросту отсутствуют. Крутой инструмент для творческих людей. Это небольшой аэрограф, но способен он на большие дела. И если вы творческий человек, постоянно что-то придумываете и умеете рисовать, то с его помощью вы сможете делать красивые рисунки на каких-нибудь небольших предметах. А вот классное изобретение, призванное успокаивать ваши нервы. Это колыбель Ньютона, и как вы могли уже заметить, она светится, и поэтому издает еще больше завораживающего эффекта. Всегда себе такую хотел. А специально для тех, кто любит интеллектуальные игры, на Али я нашел классные стеклянные шахматы. Такие шахматы можно использовать не только по прямому назначению, но и как в качестве украшения вашего интерьера. Также эти шахматы отлично подойдут в качестве подарка тому, кто умеет в них играть. А кто из вас любит играть в шахматы? Напишите об этом в комментариях. А следующий товар точно пригодится тем, кто любит выпить хороший кофе. Это ручная кофемолка в ретро-стиле, которая имеет замысловатый механизм дробления зерен кофе. С этим чудом вы всегда сможете пить и угощать друзей только настоящим кофе. А это очередная крутая вещь от фирмы Xiaomi. Это мини-принтер, который с легкостью подключается к смартфону и печатает хорошие фотографии прямо из него. Фотографии, напечатанные этим принтером, имеют одну очень интересную особенность. Если посмотреть на такое фото через специальную программу на смартфоне, то можно увидеть коротенькое видео, связанное с этой фотографией. Получается эффект дополненной реальности. А если у вас есть небольшие ценные вещи, которые нужно куда-то спрятать, то на Али можно приобрести биометрический сейф для их хранения. Очень удобная вещь, которую совсем недавно мы могли видеть только по телевизору в каких-нибудь экшн-фильмах. А это товар для музыкантов, ну или для тех, кто хочет им стать. Это электронная настольная барабанная установка. Она выдает неплохое звучание барабанов и при этом не занимает полквартиры. Такая установка поможет вам при обучении. Заменить полноценные барабаны она не сможет, но зато место сэкономит точно. А вот подсветка для кровати. Она оснащена датчиком движения и сделана специально для тех, кто любит ночью прогуляться до ванной комнаты, ну или до холодильника. Подставка реагирует на движение, и как только ваши ноги коснутся пола, свет сразу загорится. Это очень удобно, потому что вы будете видеть, куда идти, и при этом вам не нужно включать основной свет. А если вы любите путешествовать на своем автомобиле, вам не помешает такое вот одеяло с подогревом, которое можно запитать от прикуривателя. Это очень практичная вещь, особенно в холодное время года. Такое одеяло не займет у вас много места в вашем авто, а в какой-нибудь подходящей ситуации точно вас выручит. А это еще один товар для любителей попутешествовать. Это миниатюрная мобильная бритва, для которой не нужно много места в вашем багаже. Она поместится даже в кармане. Бритва имеет микро-USB разъем, и поэтому запитать ее можно даже от смартфона. А для тех, кому нравится стиль стимпанк или ретро, на Али можно заказать лампы Эдисона, причем с разнообразными узорами внутри. Такие лампы становятся сейчас очень популярными, как раз благодаря своему необычному виду, а также мягкому теплому свечению. Еще один плюс этих ламп – это то, что свечение можно регулировать, чего не скажешь про светодиодные лампы.
А вот еще одно интересное изобретение, а точнее модель этого изобретения. Это миниатюрная модель двигателя Стирлинга. Это одна из разновидностей двигателя внешнего сгорания. Такой двигатель может работать не только от сжигания топлива, но и от любого источника тепла. Например, от чашки горячего чая. А это интересное изобретение под названием Lightbox. И интересно оно тем, что помимо того, что его можно использовать как ночник или как дополнительный свет, на нем можно оставлять еще и сообщения своим домашним. В комплекте с ним идут буквы и разные смайлики. Его можно поставить на стол или прикрепить на стену. Крепеж у него тоже имеется. А вот классный робот, который очень неуклюже выглядит и двигается в принципе так же. А чтобы выиграть $15, я думаю, вы знаете, что нужно сделать. А если нет, загляните в описание. Ну а я желаю всем успехов и пока-пока.